Добрый день, вас приветствует любимая компания «Электромотор». Предлагаем вашему вниманию светодиодные LED-овские светильники и люстры от торговой марки «Эгло». Давайте более подробнее рассмотрим одну из моделей. Компания «Электромотор». Светильник, артикул 92284. Посмотрим, как он выглядит. Он идет на трех тросах подвес. Сверху в основании при потолке есть специальная чаша, за которую прячутся тросы и крепежи. Тросы можно корректировать по высоте. Это одно из преимуществ данной люстры. Материал исполнения идет металл. Металл у нас окрашен белой краской, как снутри, так и снаружи. Самая большая особенность этих цветочек, футуристическая люстра, внутри каждой вот есть такие вот камешки, которые передают игру цвета от наших ламп. Здесь она выполнена у нас на две лампочки, стандартный цоколь Е27, мощность 60 Вт. С данной коллекции Ханифа вы можете смотреть такую позицию. Также есть подвесы с трех источников света на три лампы и маленькая небольшая. По вопросам покупки светодиодных светильников торговой марки «Эгло» обращайтесь в компанию «Электромотор» по телефону 044-530-38. Контактный телефон 530-38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».